Какую маму выбрать? Хорошую? Или плохую? Я выбираю хорошую. Упс, маркер отпечатался на втором документе. Что ж, теперь у меня две мамы. Бургер, вот удача. Эй, это мой бургер. Для тебя я приготовила овощи. Очень полезные. Это несправедливо. Я придумала. Мама, сыграем в игру? Колесо еды. Давай сыграем. И мне выпадает бургер. О, да. Рано радуешься. Стрелка еще не остановилась. Что? Ну как? Ты ешь овощи, все честно. Почти. Приятного аппетита. Нет, я это есть не буду. Как же так? Иди. Что скажешь теперь? На тарелку в форме радуги выкладываем помидоры черри, морковку, кукурузу, горох и красную капусту. Из риса лепим облака и кладем в основании радуги. Настоящая радуга! Здесь пахнет радугой. А вот и она. Единорог! Меняю радугу на сладости. Вау, ты не против? Спасибо. Я против. Ребенок должен есть овощи. Список покупок. Хлеб, сок. Давай быстрее, магазин скоро закроется. Уже иду. Что еще было в списке? Нужно проверить. Не может быть. Что случилось? Я потеряла список. Не беда. Этот список точно не потеряется. Молоко. Нам туда. Молоко есть. Отлично. Молоко вычеркиваем. И ветчину. Нужно закончить портрет до обеда. Дорисую волосы. И яркое платье. И серьги. Джози, что ты делаешь? Маркеры уже не отстирать. Но у меня есть идея. Добавим пару штрихов здесь. И здесь. И на футболке расцвели яркие цветы. Сбрызнем спиртом, чтобы добавить размытый эффект. Вау, спасибо! Как тебе моя футболка? Нравится? Есть идея. Можно я ее возьму? Готово. У вас есть уникальная возможность приобрести этот шедевр, пока он не выставлен на аукцион. Да, видна рука мастера. Покупаю. Я знала, что вы оцените истинное произведение искусства. А потом, представляешь, случилось такое. Ой, стакан разбился. За стакан нужно заплатить. Кто разбил, тот и платит. Ты поступила правильно. Чего грустная? Я осталась без карманных денег. Что бы вы без меня делали? Никогда не выходите из дома без этого. Официант? В салате таракан. Упс, как неловко. Где компенсация морального ущерба? Надеюсь, этого хватит. Не думаю. Вы ведь не хотите скандала? Не жадничайте. И уберите этот салат. Джози, твои деньги снова у тебя. Джози, у меня для тебя сюрприз. Та-дам! Наушники! Спасибо, мам. Как думаешь, можно починить мою сову? У меня есть отличная идея. Вот, держи новый чехол для AirPods. Из порванной мягкой игрушки вынимаем часть наполнителя.
Клеевым чехол для AirPods. Добавляем цепочку. Ух ты, как красиво! По-моему, мне очень идет. Согласна. Вау, наушники, это мне? Нет, это мне. Ладно, для тебя наушники тоже есть. Но они с проводом. Больше нет. Вот, спасибо. Внимание, она достает шарик. И следующее число 4. 4 есть. И это 8. Поздравляю победителя. Я выиграла. И я. Наш приз — огромная купюра. Это мои деньги. Нет, это деньги мои. Мои отдай. Не отдам. Не спорьте, просто поделите выигрыш. Вот так. Что ты наделала? Ну вот. И что с этим делать? Джози сладко спит, и ей снится. Мама, у меня под кроватью монстр. Ничего не бойся, это просто плохой сон. Но мы его прогоним. И нам поможет ловец снов. Круглую деревянную основу покрываем акрилом. Из мягкой толстой нити плетем ловец снов, затягивая узелки от краев к центру. Ближе к середине нанизываем бусины. Формируем петельку. На перышке фиксируем фурнитурное крепление. Нанизываем на нитку и подвешиваем к ловцу снов. Повторяем с перышками другого цвета. И больше никаких кошмаров. Спи, сладко. Я вернулся! А, ловец снов! Спасите, помогите! И они жили долго и счастливо. Не уходи, мама. Под кроватью прячется монстр. Монстров не существует. Ладно, я проверю. Что? Где моя бита? Монстр, я иду. Спасите! Больше он здесь не появится, обещаю. Печенье купила, что дальше? Упс. Что я наделала? Ты попала, подруга. Кто это сделал? Это она. Это правда? Ангельское существо. Она не могла такое сотворить. Но это она, честно. Ты меня не обманешь. Я заплачу, простите. Нет, я знаю, что это сделала ты. Плати. Наглец. Давай играть. Джози, твои куклы разбросаны по всей комнате. Пожалуйста, собери их. Не хочу. Ну ладно. Смотри, что у меня есть. Я знаю, как ты любишь игру в кальмары. Из ткани подходящего цвета вырезаем силуэт куклы. Сшиваем две детали, оставляя широкое отверстие со стороны головы. Выворачиваем на лицевую сторону, прошиваем верхнюю часть и вставляем шнурок. Из фетра вырезаем и приклеиваем маску и детали костюма. Вау, спасибо! А теперь собери в этот мешок все игрушки. Хорошо, соберу. Готово. Посиди пока здесь. Вау, славная игрушка. Как мило. Было весело. Ай! Упс. Эта кукла арестована за нарушение правопорядка. Осталось только сделать кукольную тюрьму. Добавим кресло и кровать. И преступница отправляется за решетку.
Джен, у тебя есть деньги? Нет, и у меня нет. Получи денежный приз за новое изобретение. Это наш шанс. Джози, я придумала новую туалетную бумагу. Что скажешь? Что? Моя туалетная бумага в 100 раз круче. Ничего глупее я не видела. А что ты скажешь теперь? Туфли с мехом и с шипами. Интересно. Но, увы, совсем не оригинально. Жаль. Но у меня есть идея. Я мама плюс. Я мама минус. Я лучшая, я худшая. У вас отлично получается. И мы заработали денежки. Ура! Зубик мне, монетка тебе. Не так быстро. Твоя мама меня уговорила. Это все, что у меня есть. Я пойду? Конечно, спасибо. Пока, фея. Что грустишь? Это все, что принесла зубная фея. Есть идея. Фея, подожди. Есть деловое предложение. Фея вернулась и принесла денежку. Вау, спасибо. Пока, фея. Твой зуб? Не обращай внимания. Что же выбрать? Может, это платье? Примерочную. Что скажешь? А ты куда уставился? Нет. Ладно. А это? О, нет. Ну, это хоть нравится? Точно нет. Неужели все так плохо? Что? Пожалуй, я беру все. И очки. Эти платья выбрала я. На тебе они сидят просто ужасно. Ты мне еще спасибо скажешь. Но. Привет, подружка. Как все прошло? Держи свою долю. Из этого получится отличный кошелек. Готово. К застежке молнии пришиваем отрезки мешковины разной длины. Сшиваем по краю и выворачиваем на лицевую сторону. Маркером рисуем знак доллара. Получившийся мешок перевязываем шнурком. Оставь это себе, а мне хватит того, что в мешке. Пока. Ой. Мама, это тебе. Кошелек для денег. Спасибо, мне он очень пригодится. Что? Где деньги? Откуда здесь дыра? Эй, откройте! Курица подрумянилась, а осталось только нарезать салат. Скоро обед, я ужасно голодна. Погоди минутку, уже почти готово. Ладно, закажу доставку. Какой аппетитный аромат. Позову девочек. Что? Это фастфуд? Мы были слишком голодны, и я не могла ждать. И зачем я только готовила вам обед? Ну что ты? Вот, угощайся. Мам, у меня щеки обветрились. О, детка, я сейчас. Вот это суперпитательный крем. С ним тебе не страшен никакой мороз. Добавлю еще немного. Добрый день, я беру это. Добрый день. Спасайтесь! Что это с ней? Вы куда? Какие нервные. Ну и ладно. Мам, у меня щеки замерзли на морозе. Бедняжка. Я знаю, что нужно сделать. Подожди минуту. Ну как? Готово. Теплая балаклава. Примерь.
Спасибо. На детской шапке намечаем отверстие для глаз и рта. Фолликулу обводим контуры. Вырезаем отверстие. Прошиваем края нитью для вязания. Приклеиваем милые украшения. Привет, мам! Грабители! Я всего лишь взяла яблоко. Хорошая мама или плохая? Как вы думаете, кого мне выбрать? Пишите в комментариях.